Впервые в СМИ звучит живая классическая музыка. Оркестр в составе 55 человек под руководством заслуженного деятеля искусств Кубани Владимира Арутюнова исполняет произведения известных композиторов Вольфганга Амадея Моцарта, Ханса Циммера, Исаака Дунаевского. Для детей это было очень познавательно, ведь детский центр «Смена» совмещает две функции – образовательную и досуговую. Поэтому вот в планах, я думаю, вот этого центра использовать вот эти ресурсы творческие, чтобы дети могли познавать мир искусства, учиться и видеть разные инструменты. В состав оркестра входят студенты старших курсов Краснодарского музыкального колледжа имени Римского-Корсакова и несколько преподавателей. Я считаю, что это действительно очень важно, чтобы все люди, не только дети, а вообще и взрослые, вообще все в целом, могли приобщаться к культуре, не только к музыке, но и к другим интересным вещам. На зрителей выступление симфонического оркестра произвело огромное впечатление. Участницы проекта «Фестиваль добра» признаются, никогда не были на таких концертах, о чем очень жалеют. Я была первый раз на таких концертах, и я была просто в шоке. Меня эмоции переполняют, и хотелось бы еще побывать на таких прекрасных концертах. Живая музыка – это вообще так классно. Я не думала, что настолько будет это красиво звучать. Я бы еще хотела побывать на таком концерте.